не вела трансляцию на улице. Ну, надо совмещать приятное с полезным. Ждем людей. Интересно, меня видно и слышно, потому что я на мобильном интернете. Смотри, Борис, как меня видно и слышно. Да, 3 человека присоединились. Вижу, что трансляция моя идет. Речь сегодня пойдет вот о чем. Почему люди бегают по проектам и продолжают бегать, и у многих не получается. Есть несколько причин. Первое. Проект оказывается хайпом. Да, Сергей, у нас зима, но я живу на юге. Хотя я в новой шапочке. Да, не будем отвлекаться от темы. Проект оказывается хайпом. Обычно это инвестиционные проекты, которые обещают вам большие выплаты процентов. И, например, 200, 300, а то и 600% в год. Как правило, эти все проекты обречены на неудачу. И закрывается такой проект тогда, когда у админов проекта остаются долги перед вкладчиками, и выплачивать уже им нечего. Я в таких проектах тоже теряла деньги, когда только начинала в 2013 году, клевала на такие предложения. Поэтому я считаю, что в такие проекты вступать не стоит, но если вы очень рискованный человек, то в первые 2 недели вы можете там что-то заработать, но я бы не стала вкладывать большие деньги в такие проекты. Дальше. Очень многие ждут переливов. Оплатили вход и сидят, ждут переливов. Да, может быть, 1 или 2 перелива вам придут, но деньги из ниоткуда не берутся. Деньги берутся от людей, которые приносят в этот проект деньги. То есть абсолютно в любом проекте надо приглашать людей. Даже если вам обещают, что все на автомате, и вы не будете здесь никого приглашать, будете получать. Но ведь надо думать, что деньги берутся от людей, которые приносят в этот проект деньги. То есть в любом проекте надо приглашать. Дальше. Спонсор не помогает. А разве спонсор вам что-то должен? Если это нормальный проект, сейчас Дмитрий отвечу, пока не сбилась с мысли. Если это нормальный проект, то спонсор вам дал возможность заработать эти деньги. Я вот своей команде тоже даю много инструментов. У меня около 30 инструментов. И работает также у меня моя авторская методика, которая продается на ура. Называется она «Приглашай, не приглашая». Я работала над ней 3,5 года. И сейчас она продается за 1550 рублей. Это предновогодняя акция. Очень многие спрашивают, почему такая дешевая. Потому что мы сделали акцию, сейчас мы работаем над новой методикой. И с Нового года выйдет новая методика, будет она стоить 3000 рублей. Сейчас эта методика стоит 1550 рублей с партнерской программой 30%. То есть, если вы будете продавать эту методику, зарегистрируйтесь в ней в партнерке, и с каждой продажи вы будете получать 30%. А также использовать мои уроки в своих проектах. Дмитрий спрашивает, какой чек принесла вам команда. Дмитрий, я в интернете с 2013 года заработала уже на 3 квартиры. И сейчас у меня 3-комнатная квартира. Я живу там со своим мужем Борисом Маркеловым, который также присутствует на трансляции. И мы планируем в дальнейшем купить таунхаус. То есть я не останавливаюсь на достигнутом никогда. Я всегда иду вперед. Как я жила в общежитии, вы можете увидеть в шапке профиля. У меня закреплен канал мой
ссылка на YouTube-канал. Откройте все плейлисты, просмотрите их, чем я занимаюсь. У меня около 2000 моих роликов. Я там выкладывала даже покупку квартиры, каждый день ремонта, какая была квартира, какая стала. Вы говорите «мы», кто эти люди? Не поняла вопроса, Дмитрий. Задайте поконкретней. Люди еще думают, как зашел и в первый месяц получил 100 тысяч рублей. Если у вас большая команда, это возможно получить и больше. Но если вы новичок в интернете, сначала одного пригласите. Надо самому обучиться, потом научить своего партнера тому, чему вы сами обучились. То есть инвестировать в свои мозги нужно. И этот партнер также будет приглашать людей, и вы будете набирать команду, и с каждым днем, месяцем, годом она будет становиться у вас все больше и больше. То есть не надо никого ждать, надо идти вперед, вперед и вперед. Ага, Дмитрий Донской, разработчики методики. Это я, Ирина Агапова, меня знают в интернете, и Борис Маркелов, мой муж, разработали эту методику. Так, нас смотрит 19 человек. Задавайте ваши вопросы. То есть подведем итоги. Там, где обещают большие проценты, 600% в год, 200% в год, такие проекты не нужно вступать. Я помню, был такой проект «Элеврус», когда женщина одна, мне даже показывали через демонстрацию экрана, женщина вложила туда 4 миллиона рублей и говорит: я туда 100 баксов вложила, она 4 миллиона. Я говорю: да вы что, это моя квартира стоит столько. Она: зато через год я куплю 3 такие квартиры. Ну и через месяц этот проект закрывается, я теряю свои 100 долларов, она теряет 4 миллиона. Вот так вот. Но я с ней больше не связывалась. Так инфаркт можно получить. Насчет биткоина, поднялся более чем на 1000 долларов. Ну, я тоже занимаюсь биткоинами. Я майню их в облачном майнинге HashFlare. И год назад я купила биткоин, когда, то есть купила мощности, когда биткоин стоил на 1000%. Биткоин стоил 600 долларов. Потом он поднялся до 2000 долларов, потом до 4, и вот несколько дней назад он стоил 19 тысяч долларов. То представьте, как выросли мои доходы. Ну, сейчас он скачет, то 12 тысяч долларов, то 14 тысяч долларов. В общем, обещают в 2018 году, что биткоин поднимется до 25 тысяч долларов. И сегодня я опубликовала пост. Кто смотрит мои сторис, можете посмотреть. И также пост делала на своей стене про HashFlare, опубликовала новость, сколько у меня там идет в день, в месяц, в год отображается доходность. Можете пролистать под трансляцией, под закрепленной записи. И посмотрите мой пост и ссылка на регистрацию в HashFlare. Дмитрий, но не путайте облачный майнинг с инвестиционными проектами, где делаются вклады, вкладчики обещают вам 600% в год. Это совершенно разные вещи. Будем заканчивать, потому что мы уже пришли к дому. Есть ли у вас какие-то вопросы? Если вам интересно, чем я занимаюсь, я сейчас веду 3 проекта. Чем я занимаюсь? Закрепленная запись у меня одного проекта на стене. Есть у меня 3 группы раскрученные. Там я тоже пиарю остальные 2 проекта. Занимаюсь я еще эфириумами. Проект Stepium. Вступила я в него неделю назад. Эфириум тоже растет. Я заходила золотым треугольником и вкладывала. Получалось у меня $80. Сейчас, если на доллары переводить,
то это $140. То есть эфириум постоянно растет, и мои средства также постоянно поднимаются, и я богатею с каждым днем. То есть я работаю активно, и деньги у меня еще на пассиве капают. В общем, и так, и так. На работу я уже не хожу 4 года. Работаю я дома. Нет у меня ни начальника, ни будильника. И выходные. Считайте, выходной у меня каждый день, и в отпуск я езжу 3 раза в год. В общем, буду заканчивать. Кому интересно приобретение методики, осталось у нас до Нового года совсем чуть-чуть. Через 9 дней эта методика будет стоить 3000 рублей, и она будет уже обновленная. Будет направлена на продвижение вашего бренда. То есть вас люди будут сами находить в интернете и сами будут проситься в вашу команду. И 8 человек уже из моей команды стали миллионерами. Дмитрий Донской, что вам дать на тест? Ничего я не поняла. Напишите мне после трансляции в личку. Но сразу скажу, никаких ссылок я в контакт вам давать не буду. Ссылка на методику. Да, на стене это... Сегодня я опубликовала ссылку на методику. Пролистайте сейчас закрепленную запись, мою трансляцию. Вниз мышкой листайте, увидите, я там писала, как... Еще можно получать партнерские вознаграждения по методике. Там ссылка на регистрацию. Можете посмотреть. Кстати, насчет методики, на моем YouTube-канале, который закреплен в шапке профиля, есть плейлист, называется «Спасибо Ирине Агаповой». Там более 40 видеоотзывов от людей, которые в моей команде, которые меня благодарят, что моя методика работает. Всем пока, до новых встреч!